Природные аномалии. Погода продолжает удивлять. Сегодня в Самаре прошел ливень с градом. Стихия разбушевалась внезапно, небо резко затянули тучи. Природные явления наблюдали по всему городу. Дождь длился недолго, всего минут 15, потом из-за туч снова выглянуло солнце. Буйство стихии сегодня наблюдали и в Тольятти. В автозаводском районе прошел ураган. По словам очевидцев, от упавших с деревьев веток пострадали пенсионерка и ребенок. Также сильным порывом ветра сорвало крышу с офисного здания. Она упала на парковку для автомобилей. Подобные погодные аномалии жители региона видели и вчера. Пользователи интернета выкладывали в сеть снимки града размером с ягоду.